На торжественном заседании, посвященном 20-летнему юбилею Рязанской областной думы, чествовали депутатов различных созывов, а также обсуждали историю создания и развития парламентаризма на Рязанской земле. Председатель облдумы Аркадий Фомин отметил, что за это время путь пройден немалый, но достойный. На сегодняшний день в регионе создано развернутое многоотраслевое законодательство. Это 2386 законов. Перед депутатами разных созывов стояли разные задачи, но цель всегда была одна – повысить качество жизни людей, живущих на Рязанской земле. Для этого мы создавали условия социально-экономического роста региона, устойчивости финансово-бюджетной системы, развития агропромышленного комплекса, решения многих социальных задач. Далее на сцену поднялся заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Олега Ковалева и пожелал парламентариям и дальше трудиться на благо региона. Надо сказать, что формирование Рязанской областной думы проходило в сложных экономических условиях. Невыплата зарплат, задержка пенсий, остановка промышленных предприятий. Именно на таком фоне прошли выборы первых региональных депутатов. Мы были первопроходцами по той простой причине, что до того момента законодательство как такового, вот, особенно в бюджетной сфере, в налоговой, да и в социальной, практически не было. То есть приходилось делать все заново. Причем, как говорят опытные парламентарии, первоначальная законодательная база делалась совсем небольшим аппаратом. Впрочем, уже с третьего созыва началась четко спланированная работа. Сейчас очень много законов наработано, и как мне известно, Дума планирует перейти к кодексификации, то есть нужны кодексы уже, иначе просто очень сложно законами этими пользоваться. Поэтому я абсолютно положительно рассматриваю эту динамику и хотел бы пожелать, чтобы в дальнейшем работа была и результативной, и динамичной. Депутаты Рязанской областной думы активно взаимодействуют с различными общественными организациями, чтобы учесть их мнение при принятии необходимых и важных законов. Все наши начинания, а также социальные проекты, которые мы сейчас ведем, забота, они подхватываются Думой. Дума не принимает законы, которые бы, в общем-то, не то что не вредили бизнесу, а мешали бизнесу. Вот. То есть у бизнеса вопросов к законодательной областной думе нет, а это самая высшая оценка, я считаю, законодательного органа. Важность регионального законодательного собрания подчеркнул и депутат Государственной Думы Николай Булаев. Ни один федеральный закон не может быть принят, если он не поддерживается большинством законодательных собраний региональных. И сегодня все говорят о том, что уровень консолидации власти и исполнительной законодательной высок, мне кажется, это очень благоприятные условия для того, чтобы мы вперед двигались более широкими шагами. На торжественном собрании действующим и депутатам прошлых созывов, а также сотрудникам аппарата Думы были вручены награды обеих палат федерального парламента и Рязанской областной думы.